ноги смести хотят. Вжик, вжик. Нужно сначала отвезти. Вспоминайте, где ваша правая ручка? А, куда же она попала? Какое дело она попала? В отдел одежды. Да, в отдел одежды, правильно. Рассмотрела она всю одежду и покатилась в левый верхний угол. Что же она там увидела? Посуду она там увидела, конечно. Посуду, да, Илюша, покатилась в левый верхний угол. Увидела там посуду. Марк, кати монетку свою. В левый верхний угол. Сколько здесь грибов? Четыре. Сколько было? Четыре. Сейчас проверим. Тут. Считаем.